father, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiley photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers for my number when I'm sleeping at night. Привет вас, дорогие друзья. В сегодняшнем видео меня вот почему-то задела такая мысль. Для чего нужен этот именной ярлык? Вот сколько я покупал там ключей было дело, да, для ящиков. Покупал операцию Феникс, когда она по скидкам была. Вот. И вот обращал когда-то внимание на Nametag, но не придавал этому большое значение. Недавно его вот купил и решил использовать. Использовать, я считаю, нужно на очень дорогие оружия, которые реально что-то стоят. Допустим, Star Trek, АК-47, синий ламинат. Ну, и считаю, как и наклейки нужно использовать на очень дорогие оружия. Был такой у меня прикол, когда я на CSGO Lounge ставил ставки и выиграл что-то, то выпала мне вот такая новая полярная ширпотреба, на ней наклейка Титан. Просто у человека нет логики. В общем, начинаем клей лепить этот Nametag. Ну, я уже сразу имени себе подобрал. Жмем использовать именной. Использовать. Давайте смотрим. Видите, вон, но там, вон он, Nametag. Вон он. Жаль, что нету такой возможности менять Nametag. Допустим, бы его вот тут бы прилепить бы. В общем-то, вот он для чего нужен. Просто лепить как бы ваше там имя, я не знаю, какие-то другие слова, буквы. Также он там будет отображаться ниже в инвентаре. То, что вы подписали, вот. Вот для чего, в принципе, нужен этот Nametag, то есть именной ярлык. Ну, кто по доте знает, что это такое. Вот, в принципе, что хотел показать. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Пока.